Человек живет не в стране, он живет внутри языка. Не делайте ошибок, родина языка, ничего больше. Какая странная цитата. Ну что ж, Лас Холос Амигос. Ну, как я завернул, да? Значит, предоставил ли стального Герасима поиграть? Коллега с канала Deepav Gaming. Вот, значит, в ответку его, видите, пропиарил. Значит, ни в одну... Скажу сразу, что ни в одну из игр этой серии я не играл, потому что я не люблю стелс, и особенно стелс на тему высоких технологий, да, не существующих в реальной жизни. Вот. Поэтому, скорее всего, с вероятностью 90% я буду нести отменную херню в этом видео. Если вы фанат этой линейки, значит, лучше видос выключить прямо сейчас. Не надо потом писать мне свои гневные комменты, как это было с Ведьмаком. Вот, просто вышла новинка, просто делаю смотр, больше ничего. Тем более, это Конами, какой-то там известный японец там пишет все эти сценарии, как вот там, Кодзима, во-во-во. Хидео, точно. Спасибо, что вовремя написали. Че они хотят, чтобы я играл на геймпадике? Сейчас, подождите, конечно. Все для вас, да, смотрите-ка, он. Зенками, как поморгать-то? Что-то с моргалами у главного героя случилось. Ну, понятно, да, что он лежит на больничной койке в палате. А это, видимо, уже апостол Петр стоит с весами в руке, готовый взвешивать дела твои адские. Какой там чётенький музончик играет. Да это же этот. To face with a man who sold the world. Это ж Нирвана, ё-моё, как его там, чувак-то из Нирваны. Нет, не Кобейн, на который песню эту спел. А, я не помню, блин, как его зовут. Чё, другое-то что-нибудь будет здесь? Я долго буду крутить головой под мелодию, у которой есть авторские права вообще-то. Блин, это что, так и надо, что ли, или что? Сейчас выяснится опять, что я туплю. Нет, вон тетя пришла. Опа! Сразу фокус какой в глазах у него включился. Я же говорю, магия титик. Магия титик. Девочки, если вы не хотите, чтобы у меня испортилось зрение. Вот, вот терапия грамотная, давайте. Где-то там можно найти мою почту. Сестра, сделайте музыку погромче, пожалуйста. Классная песенка. Одной из моих бывших очень нравилась эта песня. Про человека, продавшего мир, да, или как там? Блин, а как же звали этого, который ее написал-то? Черт. Не, я походу не вспомню, даже зацепок никаких нету. О, это у него что, привстал, что ли, какой-то у него? Вялый приподнялся, походу. Сестра, сестра, у меня снова расфокусировка зрения. Подождите, подойдите, пожалуйста. Нахрен мне твои цветочки, сиськи давай. Давай сюда. Вот, ближе. Подойди ближе. Нет, иди отсюда. Ты какая-то не очень. Не первый свежий, сестричка. Ну, не всем же тут секс бомбами-то быть. У нас так мне показалось, что следующая знакомая музыка заиграла. Нет. У нас в больницах так вообще врачихи и медсестры, знаете, советского розлива еще. Ложишься в больницу ожидания, там, да, коротенькие халатики, как в порнухе, а реальность. 47-й год рождения у всего персонала. Metal Gear Solid 5. Metal Gear Сопли 5. The Phantom Pain. Фантомные боли в анальном разломе. Так, где субтитры включать? В поисках субтитров зашел вот в этот пункт и аж призадумался. Чё за нахрен шапка цыпленка выкол?
Укажите, хотите ли вы использовать шапку цыпленка в случае возврата к последней контрольной точке после поражения. Если вы наденете эту шапку, противники не смогут обнаружить вас, даже если вы окажетесь... А, шапка цыпленка, это местный сленг, видимо. Так, значит, в настройках звука субтитры. Нет, их здесь нет, значит, в изображении. Показ субтитров вкл. Субтитры вкл? А чё тогда медсестра без субтитров разговаривала? Применить? Да похрен. Можете не применять. Видимо, в конце прошлой части герой изрядно пострадал. Раз он теперь лежит в больничке. Может быть, даже игра выдержала интригу, что он якобы умер. Пролог, пробуждение. Акуизме. Чего он говорит? Акуизме, excuse me, что? Excuse me. У него зубов нет, наверное. Can you hear me? Can you hear me? Ни хера себе, ты англичанин. Yes, of course, я тоже так разговариваю. Мы не у одной учительницы с тобой в школе учились. What is your name, блин? Just no. А, я узнал тебя, ты этот, Стив Джобс. Ну, значит, походу я помер. Но с другой стороны, раз здесь Стив Джобс, я, видимо, в раю. Чё он хочет-то? С умным видом. Look up, please. Look up? Какой тебе лук? Посмотри-ка ты налево, посмотри-ка ты направо, обернись вокруг себя. Но я это часто повторяю. Very good. А слышишь, а ты не фашист? Чё-то у тебя немецкий акцент какой-то. Гитлер капутен. What is your name? О, точно. When were you born? Can you recall? Ну. Ой, господи, да ну да вот тут. Да. Какая нахрен разница, как меня зовут, да господи, что это? И ты играешь, что, не про одного и тому же? Как будто я Fallout играть начал, ё-моё. Тут же персонаж из прошлой части. Ну, я даже не знаю, как его зовут. У меня не работает как бы клава вообще. А, ну понятно, почему не работает. О, Семён Семёныч, а во. Тогда я буду красный. А чё? Мендемсик. Вот, я буду красный Мендемсик, который родился. А, 1 января, когда все с бодуна были, короче, мне нравится. Мне насрать, когда у меня день рождения в игре, господи. Now then. Please try to relax. There is plenty of time. Оставь меня наедине с той сестричкой, и я расслаблюсь, как тебе не снилось. Please listen and try not to panic. Сам ты тупаник, иди отсюда уже. Quite some time. Yes, yes, I know. You would like to know how long? Да не, мне насрать, дайте встать тоже. I'm afraid it's been 9 years. Герой аж заколбасило. 9 лет. Пшли нахер, ёпта, 9 лет, я опоздал. Вы что, я скоро, меня скоро стоять уже не будет. Отпусти, отпусти меня нахуй. You'll be all right. Да, старик, умеешь ты сообщать херовые новости. Не хотел бы я, блядь, с тобой дело иметь. Еще неделька прошла. Как ты думаешь, курица? Я тут, сука, с каждым днем не молодею. Выпусти меня отсюда. Бля, и фашист здесь. Я знаю, я тебя в Outlast'е видел, ты меня не наебешь. Хуй на ландыш не похож. Прошла еще неделя. Don't worry. You've lost some strength, but we've been maintaining your muscle mass through massages. Нихуя себе, с помощью массажа. Ну-ка дайте посмотреть, какие вы мне банки намассажировали. I need to explain something, but you mustn't be alarmed. Что это тут? О. Я слышу звуки рентгена, но... А, вон он. Что там? Осколки, осколки, смотри сколько. 108 инородных осколков.
Видать, героя взорвали в конце. Ну. We also found fragments of human bone and human teeth. Меня еще жевали, походу. Most of it was removed, but some of the fragments. А, я знаю. Сейчас вы поставите магнит мне в грудь и дадите костюм Iron Man. Переходи уже к сути, твою мать. Усыпи меня там нахер обратно. Я лучше бы не просыпался, да? Эй, девочка, как тебя зовут? Ты видала? Детка, не хочешь замутить с Франкенштейном? Ну, хоть глаза на месте. Я думаю, пора звонить доктору Хаусу, что-то херня какая-то. Current status is not life-threatening. Ну, а последняя фотка, наверное, моего члена, да? Того, что хуже быть уже... А, нет. А чем... Чем снимок слева? Руки нету, ёб твою мать. Левой. А, слева чё? Ёб твою мать. Да, не хотел бы я проснуться и увидеть такую херню. Выпусти меня снова, сука, я вообще... Ещё на неделю, короче, спать сейчас уложат. Какой главный герой? Нервный парень. Да. Не, ну я понимаю, потеря конечности наверняка ужасный шок. Это... Конечно, это вообще, это просто пипец. Ну, подобные травмы ломают, судьбы ломают, жизни тут базара нету. Главный герой, наверное, уже седой, сука, от этих новостей. Эй, кривоножка, ну-ка, метнись-ка, убери уточку, я в нее навалил уже, нет? Здравствуй, хрен глазастый, чё нового хренового? But you're not. The wheels are in motion. Your enemies are everywhere. We must alter your appearance immediately. Otherwise, I fear you won't leave this place alive. Окей, хочу как у Тома Круза, короче. И чтоб в лучшие годы, смотри мне. Мир ждет моего возвращения. Прям целый мир ждет моего возвращения. Но вернуться мне не дадут. Ага. Да я просто космический пират. И как я буду выглядеть? Так я уже так выгляжу же, нет? Или сейчас мне надо будет еще внешность настроить? Ёб твою налево. Че за пацаны, короче, кастинг, блять, на рекламу Head & Shoulders. О, нихера себе, мы можем сделать тебя Сэмюэлем Л. Джексоном. Хочешь быть Сэмюэлем? Нет. Хочу быть покоцанным и обросшим Кристианом Бейлом. Ну, потому что вот это явный Кристиан Бейл, по-моему. Или лысым Кристианом Бейлом с какой-то уебищной татуировкой на щеке. Че так, да, изменение внешности здесь не знает границ, а это что? Чумазый какой-то, блин, что-то пацанчик-то. Так, ну что у нас, Кристиан Бейл или Сэмюэл Джексон? Больше никого здесь не узнаю. Че тут, бесконечная прокрутка, что ли? Всего 28. О, а вот и Крис Эванс. Да, всего 28 рыл. Ну, пожалуй, что заросший Кристиан Бейл здесь, наверное, самый крутой. О, псевдо Майк Тайсон. Это что? Ну, не знаю. Да, Сэмюэл Джексон. Нет, пожалуй, я буду Кристиан. Прическа, изменение формы волос и брови и усов. Да нахуй мне это все надо, вы что, ёбнулись? Я тут баб клеить буду в этой игре или за родину сражаться? Изменение формы челюсти. Изменение шрамов. Нахер шрамы, уберите мне бороду лучше. О. Стиль бороды. Это борода, в натуре борода. О, блядь.
подбородок-то какой арийский. Может, тебе бакенбардов прилепить? Ну, вот это вариант просто умереть девственником, по-моему. Я не знаю. Я последнего человека в бакенбардах на литературе видел там где-то на разворотах. Собакевич, по-моему, там. Это что за... Да. Мой папа называет это развести пизду под носом. Не, чувак, тебе с волоснёй самое оно, короче. Я доверяю профессионалам. Ёптить. Канадский лесоруб. О, Геральт побритый. Охрененно. А это что за чушь? Да в задницу, короче, мне эти ваши настройки. Никогда не понимал, эти... Садится какой-нибудь додик летсплей писать и давай там 2 часа себе красоту настраивать. Как будто он, блядь, не игру будет проходить, а фапать на своего персонажа, сука, 2 суток. Да нассать мне на ваш аватар. Но все равно, кстати, прикольно получился. По умолчанию это, наверное, оптимальнейшее лицо. Я думаю, все его выбирают. Бля, а чё с носом-то стало? Ты чё, криворукий, что ли? Там другой был. Very good. Какой нахуй very good, бля? Кстати, у меня один глаз замотан, а я моргал сейчас двумя. Это на экране было видно, по-моему. To tell you the truth, these bandages were more for your protection. To hide you from those who want you dead. As of today, your name is Ahab. Ахав? Ой, бля, чувак, ёпта. Нихера ее утащили. Слышь, ее Слендермен похитил, по-моему. Ее Хитман на удавке уволок. Ты чё, ты глухой? И чё это? Ахаб. Нахуй мне имя Ахаб. Сам ты Ахаб. Ты бы, сука, еще Хаттаб меня назвал, тогда меня еще быстрее грохнули. Прямо сейчас бы ракета, наверное, прилетела. This is you, as you've lived until this day. О, странно, что шрам проходит через один глаз, а бельмо совершенно на другом глазу. О, сейчас и доктор, походу, отъедет. Да. О, может, как в Мэнхенте ему башку отпилят? У него был гейский пистолетик с собой даже. Охренеть, это он мне с ноги, что ли, втащил? Бля, я-то при чем, чувак? Я вообще не при делах. Бля, жесть какая. Они, конечно, меня задолбали уже в этом прологе, но не настолько же. Тетку-то вообще зачем? И кто этот спецназовец? Пациент на соседней кровати? Так что я не понял? Целью был не я? Целью был доктор? Чё нажать-то надо? Слышишь, тетя, я вообще не в курсе, что вам тут надо. Ой, да неужели ты думаешь, что этот детский пистолетик может кого-то убить? Он же пистонами явно стреляет. О! На нее еще один какой-то псих напал из-за Outlast'а. Пытается ее раком, походу, поставить. Бросок дзюдо. И стало понятно, что это дочка Путина. Ну, чувак, давай, бывай. Отлично, да. Какие приемы, однако, он применяет подлые. Бросок уток всяких мне. Ай-яй-яй. Но мумию так просто не убьешь, да? Давай, наваляй ей. Слышишь, пилотка, ну-ка положи-ка меня. О, бля, руки-то у нее походу как у медведя. А, да, люблю, когда сверху девочки, но... Чё опять? Да что за ёптель? Что за эльфийское песнопение там? О, нихера себе. А, так ты человек-факел из фантастической четверки, чё сразу не сказал? Попытка катапультироваться в окно. Ни хрена, волосы-то у нее несгораемые. Смотрите, тафт 3 погоды и пожар. Надо так назвать. Да ладно. Да, бросай вторую.
Только мне кажется, что она жидкий терминатор, как минимум. Чё-то ей пофигу. Но, ну вот. Я надеюсь, что мы в пентхаусе, да? Этаже на 50-м. Капитан Флинт. Must life. Да, джойстик okay, такой херню не покликаешь. Чё произошло с женщиной? Ты охренел? Она же очевидно меня хотела. Тоже какой-то, видать. Как это с самим собой? А, он лицо мое? Измаил. Измаил мое лицо, видимо, получил, да? Bad news? Oh, we'll watch you do. On your feet, soldier. The whole place is coming down. Интересно, а когда первая часть вышла? Need a little pick-me-up? Что-то игра так прикольно начинается, что захотелось прям вот, во всю линейку поиграть. Но если она, конечно, дальше не скиснет сейчас. Ёб твою мить. О, мне кажется, я его пердак увидел. Ага. Игра от третьего лица, значит. Двигаться. Так. Ну и как тут бегать? Ща, перекур, пацан, погоди. Фу! Как бы сказал сами... Как бы сказал, да ладно. Не буду его больше рекламировать. А, сука, пока пытался сыграть... Сука, свернуть игру, чтобы посмотреть, нормально ли идет запись. Он, сука, опрокинул стол. Хрен неотесанный. Игра не сворачивается. Ну, что-то игры какие-то в этом году начали выходить вообще. Одна железобетонная впилась просто в монитор и не хочет вообще сворачиваться. Безумный Макс вообще, блядь, с аллергией на счетчик FPS крашит постоянно видеодрайверы. О, жесть. Давай, сейчас еще чуть-чуть пониже, и мы увидим его шишку. О, вертолет Команч, наверное, ёптать, какой-нибудь пассажирский, нет? Нахер по лестнице? Заебись, ты же видишь, сука, что я ползаю еле-еле. Какая? Пошел в жопу со своей лестницей. Где лифт? А, сука, в одной стороне, все, повезло тебе, придурку. Ты не хочешь меня на руках понести? Это называется, они поддерживали мою мышечную массу. Какую нахер мышечную массу? Тут 30 килограмм костей и кожа. Мышечная масса у них. Они, наверное, затвор мне передергивали просто. Там, наверное, главная мышца, которую они поддерживали массажами. Чувак, что-то у тебя член не свисает, хотя должен. Мне кажется, тебе еще и пол сменили. Слышь, проверь шишкарь, говорю. Может нам и спасаться нет смысла. Да, бля, как тут весело ползать, боже мой. Да. Ну, 9 лет чувак не ходил, а что вы хотели? Лучше бы мне ноги от терминатора сделали, чем руку. Отлично. Да, тебе дошло, что ли? Мне нравится, что мы меняем планы. Ничего не выйдет, слышь, там какая, как там фильм ужасов какой-то. Ясное дело, надо идти туда, где свет горит. Да ёб твою мать. Слышишь, я на физкультуре быстрее ползал. А я физкультурщик был не очень такой. Что-то все мутное какое-то. Интересно, почему этот чувак нормально ходит? Ой, ёб твою мать, это что такое? Это что, прикол какой-то? Босая девочка в противогазе? Я думаю, нас накрыло, пацан. Ой, ебать, точно галюны. У нее еще и, смотри, джетпак в рукавах. Кто-то поднимается, я думаю, лифт. Бля, про что эта игра? Это не Константин Повелитель Тьмы часом? Чё происходит? Блядь, как по ушам-то засвистело мерзопакостно вообще. Бля, выключите этот свист, господи. Ай, блядь, как голова-то от него болит.
Владыка Саруман! Я твой подданный. Или что это? Это Немезис, Немезис из резьбы идет, смотри, шагает. Старс! А, надо что-то делать. А что я сделаю-то? А, это пожарник из... Или это Джонни Факел? Или пожарник из Биошока? Ну, что-то его, короче, потушило, походу. Какой-то он лох. Он так брутально вышел и слился, короче. Его тут обоссало с потолка, и он сразу куда-то пропал. Что-то борода какая-то. Отлично, мне обратно теперь ползти, да? Заебись. Вы меня так развлекаете этими заданиями. У меня уже и рука сломалась ползать, короче. Ой, да ладно. Тан-тан-тан. Хуй не встал. В смысле, не хуй не встал, а персонаж не встал. Я уж подумал, что сейчас как бы было бы уместно выдать эту мелодию из фильма «Одиссея 21 век» или какая, как она там, кубриковская фигня. Известный саундтрек у нее такой. А, не случилось, не срослось. Продолжаем по-пластунски наяривать. О, еще попытка, да ладно. А еще по одной и домой. У меня так сосед просто один регулярно домой возвращается после получки. Точно таким же маршрутом, точно такой же походкой. Я наизусть его знаю просто. Слышу, зомби мычит и шаркает. О, значит, он пиздует, значит. Так. Хватит, хватит мелькать его копилкой. Это просто пропаганда уже, гейство какое-то. Боже, какая динамичная игра. Похоже на Outlast вторую часть. Че, у меня рука в локте, что ли, сломалась? Ты думаешь, ударив руку нервом об стену, ты мне ее че, полечил? Нихуя ты мудрый советчик вообще. Ну, правая рука движение помнит. Мышечная память. Да что за херня тут происходит? Почему в этой больнице не выставили охрану, если я так важен? Да, скорее. Скорее. И мы сидим, нихуя не делаем. Скорее. Чувак, я за последний день... Ёб твою мать, отвернитесь. У него там реально пилотка, по-моему, слышите? Что-то я у него челентана-то не заметил там, чтобы болтался. Вот. За последние 9 лет главный герой потерял немножко свои скоростные качества. Поэтому подгонять его нет смысла. О, как он спрятался умело. Смотрите, сидит там он Там слева уже этот... Фиф притаился. Вон, в капюшоне, видите, Гаррет там сидит. А, это мумия сидит слева. А это какой-то моб. Я офигеваю, что нас до сих пор спецназовец не увидел. Чувак, ползи нахуй отсюда. Куда ты лезешь, бля, иди в жопу. Че, помирать так все вместе, что ли? Ого, правильно тебя убили, Иуда проклятая. Сука, ебать у него здоровье, он до сих пор живой, что ли? Может, это игра про зомби? О, видите, точно его в башку втащили, он наконец-то помер. Да, здоровье у тебя было богатырское, видать. Че надо нахер? И че, он не видит нас, что ли? А чё он рассматривает тогда? Пружины на кровати проверять? Ты же нагнись пониже-то. Вот дебил. Я не понимаю, чё ему сейчас не нагнуться было? А он его бейджик искал. Он не проверял, есть ли люди под кроватью. Самое время напасть на него сзади и свернуть ему башку. Давай. О, нифига, как голова у главного героя крутится почетно.
Пойдем, сказал он, ползая, помахивая членом. Твою мать, пошел ты нахуй! Откуда он взялся-то здесь? Интересно, зачем его ранили и утащили куда-то? Его что, было просто на месте не застрелить, что ли? Киллер какой-то днище. Вместо того, чтобы одну пулю в голову всадить, он ему в тело стреляет по несколько раз всем. Оленевод чукотский. А главный герой очень компактный. Смотрите, он лежит поперек кровати и весь под ней поместился в то же время. Какой у него рост? 1,30 м? Работай ягодицами, давай. Да, МЧС уже здесь. Сейчас мы вас вылечим из М60. Как вам наша физиотерапия? Не то что ваш электрофорез, а? Пригнуться. Куда еще больше пригнуться? Я вообще полз. Укрытие. Какая нахер укрытие? Не было никакого укрытия. Это селект открывать меню. О, тетю Мотю какую голубоглазую-то завалили. Сволочи, мерзавцы, подонки. Да, фары у нее знатные были. О! Еще кто-то. Че это? Откуда тень-то? А-а-а! Левый, правый, левый, правый. Че там сзади-то хоть? Блядь, не дали обернуться. О, с нами еще один какой-то спецназовец в маске. Ну и откуда в больнице такие стальные двери, интересно? Мы в морг, наверное, прибежали. О, да у него разряд по сварке, как сказал гоблин в этом, какого, блин, сука, в этих Звездных войнах. Давай поднажмем, чувак. Давай, время вдарить по педалям. О, того уже поймали, походу. О. Ой, он, сука, короткий путь нашел. Вот читак, смотри, как срезал, а. Зачем он так пафосно прижимается к этой двери? Ёб твою мать! Та-та-та-та-та-та. Открой. Пустите кто-нибудь. Пустите кто-нибудь. Куда? Сос. А чё за херня? Куда щемиться-то? А, ёптить. Чё ж ты молчал-то? Кто последний к терапевту? Опять два участка в один кабинет. И чё, они не паникуют? Им чё, пофигу всем, что ли? Они чё, дураки совсем? Сука, не вздумайте кашлять в мою сторону. Ну-ка, отошли все. У этого негра слева явно эбола. Надо куда-нибудь сместиться срочно. Опять чью-то копилку показывают. О, какая причесочка у этой тетеньки. Тетя Мотя. Ну да, конечно, надо на его жопу смотреть. Мне главному герою только очко его запомнилось, походу. Голову он в лицо не запомнил. Ой, бля. И, короче, я остался один одинешенек. Ох, нихера тут расстрел, как, сука, в 41-м, походу, было. А, нет, вот наш кореш, точно. У него волосы на жопе другого цвета. Я обознался.
Да, странные у них, конечно, халатики у этих европейцев. Или мы, судя по английскому флагу, в Англии, да, где-то? Просто я не знаю, зачем оголять купюроприемник. А, ну мало ли, жопные процедуры какие-нибудь. А, да. О, а вот и кабинет физиотерапии. Вот электрофорез. Точно, вот он. Забугорный вариант чемодана. На радио похож, видите, две шкалы, еще что-то. А это он что, спит тут, что ли? Бля, крепкий сон у него, если пулеметные очереди его не разбудили. Еще один, ты посмотри. О. А вот у того сон сейчас будет вообще 80-го левела крепости. Типа я спрятался? Ты бы хоть глушитель надел, придурок. Люди спят, твою мать. Спать пытаются, дебил. И на каждого по два выстрела. Это самый криворукий киллер после того придурка, про которого я до этого говорил. Пиздец, никто не проснулся. Они, наверное, думали, что это куранты, а не выстрелы, да? Наш друг мумий чертовски догадлив. Странно, а чё это он проснулся? О, как он на Кадырова сейчас был похож. Серьезно. Да, сколько пациентов умерло во сне сегодня в этой больнице-то, а? И чё они хотят, чтобы я сделал? Каблуки у них странные такие на этих ботинках. Я в какой-то книге читал, что у диверсионных ботинок каблук наоборот на носу. Вот, подошвенная часть наоборот сзади, чтобы типа неискушенным в следопытстве людям казалось, что диверсант шел наоборот в другую сторону, то есть. Не, я не пойду никуда. Мне кажется, что под кроватью здесь самое безопасное место. Прикинься мертвым. Знаешь, как я мертвым умею прикидываться? Просто оскароносно. Я удерживаю. Но обратите внимание, как классно играет мертвого вот тот чувак с левого окна. Тоже неплохо. Верю по Станиславскому. А вот эти ребята, походу, не поверили. Да, походу я переоценил его актерское мастерство, судя по 50 пулям в его заднице. Ну вот этот чувак, видимо, был хорош. Ёб твою мать, они что, слепые, что ли? Они не видят, что эти в кровище, а мы нет. Блять, так классно. Как такой был классный план притвориться мертвым, учитывая, что они всех проверяют. Всех, кроме нас. Вот это совпадение. Вы можете в это поверить? Они просто не хотят делать свою лишнюю работу. Он обоссался? Чувак. Нашел время, блядь, ссаться под себя. А, и солдат обоссался. Что происходит? Он столько нассал, что аж до солдата долило, что ли? Охуенно.
А мой капитан Любопытность только что головой крутил, я видел. Да выстрели ты ему в лицо, что ты делаешь? Чё про... Ёб твою мать, они... А вы... Чуваки, вы тоже это видите? Сука, стреляй в него из базуки, я лучше с вами останусь. Ну его нахер. Мне кажется, это посланник ада на земле пришел по нашей душе. Фаербол! Ну, судя по моему опыту игры в Lineage, это профит 80-го левела. Или как там? Профит, по-моему, лекарь был как раз. Это был их последний шанс, мне кажется, противотанковый РПГ. А, получите в ответочку, да? Нихера себе. Лучше бы я вон тем чуваком играл, чем этим инвалидом. На нем какой-то костюм какого-то немецкого офицера, что ли. Первой мировой войны, бушлат какой-то. Пулеметчик в него два раза выстрелил. Ага. А теперь они разворачиваются полностью. Огненный тоже какой-то затупок. Смотрите, он не спешит что-то делать. Он вышел и пафосно стоит. А, я понял, это призрачный гонщик. Сразу не узнал, без цепи и мотика. Прости, чувак. И прощай, походу. Ну, хоть третий фильм не снимут, а то уже второй в говно скатился. А нет, он еще в деле. Твою мать. И переоделся даже во что-то. Да. Мэйдэй, мэйдэй. Чё за хрень происходит вообще? Почему-то мне почему-то спаун вспомнился. О, да, конечно. Из твоей-то пуколки самое оно. Если уж РПГшка его не снесла, то этот пескоструйный твой пистолетик, так вообще. Стреляй, во, в трубу, правильно. Давай, открой кран. У меня был другой план, я его мог из своего крана обоссать, если бы он подошел поближе, тоже бы потух. Интересная фигня. Еще в прошлых частях тоже такая хренотень творилась. Это похоже на survival horror уже, а не на стелс. О, какая у него поза, как будто его до смерти затрахали, они что там с ним сделали? Тяжелое ранение. Че за хер? Магазин какой-то. Че, прямо отсюда в магазин можно? Нет, нельзя. Слава богу. Я не вижу никакие тяжелые ранения. Мне кажется, это почитать предлагали мне сейчас. Блин, и мышка на экран постоянно вылезает после этого. Слышишь, чувак, надо срочно найти тебе одежду. Не знаю почему, но мне штаны дали, а тебе вот твой халатик. Сука, с прорезью на очке. Блядь, что за больница? Даже тапочек не выдали. А у него тапочки есть. Чувак, ну-ка выпрыгни нахрен из балеток, у меня ноги мерзнут. Он, походу, посмотрел все фильмы про Джеймса Бонда, раз так перемещается здесь. Отлично, он меня, походу, щемануть тут решил. Да ёб твою медь, ну его в жопу. Да сейчас возбудится, польется малафья. Ой-ой-ой. Оу. Че это с ним? Ты его что ли вальнул? Я тут просто смотрю, что у какой-то из медсестер месики начались внезапно, а прокладки под рукой не было.
Я думал выследить ее, помочь, может, а то умрет от потери крови. Куда он смотрит? О. Ты еще один? Дай мне второй. Мерси. Вот, теперь побазарим. Сука, опять этот хрен идет? Ну, тут везде вон трубы. Чё за хуйня? А, это обучение было. А, огнетушитель. Я думал, трубы. Да, управлять стрельбой на джойстике просто полная жопотень. Чё-то у меня батарейка села. Не стреляется чё-то. Чё за херня-то? Чё мне батарейку показывали, а теперь стрелять дают? Да ёб твою, ты сдохнешь, Канет, на джойстике очень сложно стрелять. Благо, что патронов сраная куча. Да, и здесь нельзя просто так схватиться за мышку и ушатать их. Управление включено на джойстик, а значит, что клавиатура и мышь здесь в это время отключены. Очень странное решение. О, подожди-ка, подожди, чё у них, чё? СМГ с глушителем. Но патронов что-то маловато прям вообще. А вот теперь нормально. Чё значит батарейка, я не врубаюсь? Я даже не знаю, как его звать. Мумий или Капитан Копилка. Который он светит постоянно. Тут отряд Амбреллы. Чё, стелсить будем или завалим их нахрен? Тут, кстати, игра не спросила насчет того, какую сложность я предпочитаю. Что странно. Я отвлеку внимание. Ни хрена ты, мистер благородство. А, я думал, он глушитель снял и пойдет с ним перестреливаться. А, Макс Пейн! Вот кто это. Черт, это много объясняет. Соображай быстрее. О, а у меня-то глушака нету на стволе. Выходит, я буду внимание отвлекать. Но что мне нравится, то что автомат сам целится. Автоприцел, походу. А, вау, нифига, когда мне грозит опасность, включает slow motion. Вот это грамотная помощь. Да, ёпте. А, так надо постоянно просто... Да, ёб твою мать, 6 ранений, 7 ранений получено. Куда мы катимся? Патроны кончились. Пара-пара-пам. Где мои патроны? Где мои 17 лет? Нихера он носится после 7 ранений. Ага, присаживаться, ложиться на одну кнопку. Это удобно. Так, а вот это не очень хорошо. Флэш Томпсон, человек-молния к вашим услугам. Отсосите. Аба, блядь. Перезаряжай, перезаряжай, перезаряжай. Лежать, лежать. Как лечь-то, еб твою мать. Оп. Задом, задом, парковка. Торговля задом. Какая парковка? Блядь, развернись, обезьяна. О. Отыграли один выстрел в жбан, смотри-ка. Что за ёб твою мать, да сколько вас здесь? По-моему, главный герой сейчас через стол стреляет, нет? Не знал, что у него есть такая способность. Чё-то подобрал.
Нихера себе, как это он туда переместился. Ну, они и танк уже подогнали, ну вообще офигеть. Больницу штурмуют. А вот и доктор Магнето. Охренеть, кого здесь только нет. Просто дело в том, что арматура как бы в камнях там, поэтому он камни поднимает. А, это... А, так это Трис Мерригольд, как ее можно было не узнать. По красным волосам. Да, и противогазу. Я буду звать ее Психобаба. Потому что она говорит, ну, очень стрёмная. А почему у нее рукава горят? Так, она завалила вход. Вертолетом. Ну и, конечно, и пришел ее этот дружище, блин. Сука, меня удивляет, как все спокойно смотрят на этого демона. Они что, такое видели уже здесь? И чего? Вы думаете, что он уйдет, что ли? Может, стрелять пора? Да, уровень понтов 80-й у этого чувака. И маска классная, тоже такую хочу. Да. Началось приготовление шавермы. Это Дарт Мол, просто у него даже рожки торчат вон. Он поглощает металл пуль. А, он под... А сейчас он их обратно выпустит. Где-то я такую фигню уже видел. По-моему, в фильме «Маска», когда в маску настреляли, он проглотил патроны все и изо рта ими стал стрелять. Интересно, правда, каким образом патроны стали стрелять дважды. А, ну, он, видимо, их просто выплевывал с силой. Так я не понял, а девка-то за меня или нет? Этот-то против всех, походу. Воюет, в смысле, не голосует. Я понял, это не стелс, он знает где. Хорошо. У меня тоже огонь из жопы видел, чувак. Может, мы братья? Так, мне не сюда. Мне не туда. Блять, а куда тогда? А. Туда, очевидно, где есть трубы пожарные. А где они здесь? Подожди-ка, подожди, там... А, огнетушитель остался кое-где. Только дверь-то закрыли, ёб твою мать. Может, пожарных вызовем? Вон телефон висит. Чё делать-то с ним, ёптель? Какая-то лазейка. Офигенно, офигенная вообще. Немедленно от нее польза. Чё, блядь, делать-то? Ага. Надо было подойти просто к этому вертолету и так. Ой, блин. Наши подъехали, смотри-ка. 122 миллиметра. Ну-ка, давай, втащи ему, попробуем. Фугасы, фугасы заряжай. Нет, это не наши. Тут вообще наших. Ну, из наших только вон та мумия с копилкой. Чуваки, я надеюсь, что у вас сзади в баллонах вода закачана, потому что... А теперь они сработают в тандеме, да? Ну и хер ли ты стоишь на них, смотришь? Она, походу, в мозги промывает им, что ли? Нет. Я думал, что они сейчас по своей друг друга начнут расстреливать.
вообще, винтом что ли? Ха-ха, вообще класс. Ни хрена шинкует. Да, забрелся, ептать. Да, стрелять, колотить. Этот японский сценарист, сука, знает, что делает. Любят японцы вот эту мистику, ептать. Ну а танк чё? О, да ладно, смотри-ка, действует, действует, давай фугасами. Халк злится, Халк бить. Броня не пробита, ёпта. На нахуй. Долго я буду наблюдать за этим побоищем? Дайте мне уже скрыться в неизвестном направлении. Давай, удачи тебе, тракторист. У мехвода бомбануло, походу. Либо и укладка подорвалась. Что-то, короче, мочкануло там знатно. Но этот, походу, огненный жив. Его, наверное, вообще убить невозможно. Вон, себе лошадь нашел, смотрите, огненный всадник. Это тот, который этот, как его там, призрачный гонщик на коне, который... Какой смысл в него стрелять? Ну нахрен тебе этот пистолетик. Может там где-то бак с водой на крыше? Бля, надо ему в член втащить. Опять скорая на красную. На красный проехала. Да что ты будешь делать? Хоть мигалки бы включил. Не, чувак, там правый руль. Я боюсь на тачках с таким ездить. Точно, точно Англия, короче, походу. А дверь, как у нашей Волги. Помните, когда скорая помощь была такая с квадратными фарами? А-а-а, ни хреново. О, ща его потушат. Охладят его пыл. Интересный способ тушения пожаров в Англии, однако. Да смотри ж ты на дорогу-то уже, ёб твою мать. Там, походу, одностороннее было, иначе я просто не понимаю, почему они... О. Да ладно, как он метко бросил. Офицер. Еще одна. Чё они его водой-то не облили? Да ёптвою, ну конечно, конечно, проблема-то в нас, по нам надо стрелять, а не по демону из огня и психованной бабе. О, бля, завалили пацана, короче, который помогал нам, ёптвою мать. Чувак, блин, отлично, твою мать. Ракета класса воздух-тоннель. Отлично. Сука, ситуация может закончить уже, накаляться-то как бы. Уже дальше-то некуда, по-моему. Охереть. Охереть. О, телефон, смотри какой. С проводочком. Прикол. И обратно, короче, в кому нахуй на 10 лет, блядь. Классная игра началась. Ай, блин, вообще, сука, она жжет, блин. А, я знаю, я, это водитель, это та самая скорая помощь из Evil Within, походу, нет? Просто даже события какие-то похожие, какая-то неведомая хренотень происходит. Забинтованный-то куда-то слился, походу выжил. Или вывалился. Одно из двух. Да ёб твою мать, когда ты уже закончишься-то?
Мне нравится, что у вертолета полицейские мигалки красно-синие. А может он медицинский, хер его знает. Ёбни его об землю пару раз, девочка. Какого художника здесь происходит? Огненный кошелот? Не, я вообще ни хера не понимаю, короче, это. А теперь птица. А, во, всадник апокалипсиса, короче, прискакал на единороге. Они вдвоем там на нем ездят. Нет, пацаны, боливар двоих не вынесет. Ну, конечно, убегать от них смысла просто... Да ну нахрен. Кристофер Ламберт? Ты-то какими судьбами здесь? Горец который, ну, помните? А откуда у тебя лошадь Гэндальфа? Белая. Да, что-то какая-то невероятная хрень происходит. О, дробовик. Ну вообще, конечно. Какой смысл в него стрелять, если он пули жрет? Смещение камеры. Какой нахуй камеры? Он железо жрет покруче Голгомета, по-моему. Голгомет его очень любил. Интересно, сейчас ремейкнута Голгометика не собираются еще, а? Деды, помните фильм Голгомет? Бля, надо его лошади копыта прострелить, что-то она быстро скачет. Копыта спустить ей. А, подкову отстрелю сейчас, подожди. И долго эта бессмысленная погоня будет продолжаться, интересно. Миссия со стационарным ружьем, это, конечно, круто. Ага, вот и в ответку. Подай мне ласса, короче, я стреножу ему лошадь. Ковбой Хаггис всегда в седле. Сука, при любой температуре. Чё давай-то? Чё тебе давать? Чё случилось? Чё ты орёшь-то? Ты меня нахер не отвлекай, ёпта. А то сейчас зажарят фрикасе из тебя, меня и твои лошадки, ёпта. Ты в него попал? Да я в него 300 раз уже попал. В него до этого только из танка попали два раза. Интересно, чья лошадь раньше сдуется, моя или его? Чё за... У меня патроны, последний патрон! Не успел потратить. Тут наверняка было достижение затрату всех патронов. Достижение косоруки разблокировано, например. Да ладно, мы чё? Мы сделали это? А вот и Рейден, ну понятно. Теперь бог грома, короче. Блять. Лошадку жалко, а? Опипеть просто. А, жива, смотри, чертяка. Ну, сука, живучая. Это лошадь счастливчика Люка, походу. Да, первый день выписки из больницы. Обоссаться. Уровень славы понижен. Какой нахер уровень славы понижен? Ты чё, офигела? Я такой уровень затащил. Позывной чик? Цыпленок? Воробушек? Боевые тревоги какие-то. Хуй его знает, что им надо. Текущий героизм аж 800. Ну, я не знаю. По-моему, цифра-то прикольная. Ну что ж. Блять, ну конечно, да. Конечно, еще не все. По-моему, я это уже видел, нет? Она уже вылезала из воды, твою мать. Почему я второй раз это вижу? Ты охренела, что ли, игра?
Может, это была не полная видеовставка. Не знаю. Короче, первый взгляд на этом, думаю, завершается. Ни хера не понимаю, что за хрень тут происходит. Но прикольно. Серьезно, прикольно. Это получше, чем флизелиновое зло. И мы были на Кипре. Вот так вот, в Гавайях. Короче, не знаю, как там дальше будут развиваться эти события в этой игре. Интересно, что было в прошлых частях. Была ли там такая неведомая хренотень? Можете написать, можете не писать. Так что... Только не пишите все сразу про одно и то же. Короче, что-нибудь пишите, что-нибудь жмите. Все, и адьё. Очень длинное видео будет, я так подозреваю.